В Курской области ежедневно погибают и сотнями сдаются в плен российские срочники. Но в Министерстве обороны РФ своя, другая война. Там озабочены больше не потерями, а дележкой прибыльных должностей. Именно из-за перераспределения потоков и миллиардов черного нала арестован уже пятый за последние месяцы генерал. Большой любитель роскоши, недвижимости и тяжелого люкса Владимир Шестеров. Как он воровал и кто будет вместо него? Показываем. На словах патриотизм в России нынче в цене. Особенно если речь идет о парке «Патриот», любимом детище экс-министра обороны Сергея Шойгу. Но, как показывает практика, реальная любовь там к деньгам и только к деньгам. Скандалы и задержания в российском Минобороны продолжаются. Из-за многомиллионных хищений задержали двух высокопоставленных военных. Директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов отправился прямиком в СИЗО. Компанию ему составил замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров. По версии следствия, полковник Ахмедов и генерал Шестеров вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и парка «Патриот», и выставочного центра. Тот самый храм войны, где выставляли мозаики с Путиным и Сталиным, а в качестве святых мощей хранится фуражка Гитлера. Вот такая вот святость по-российски. Строительство этого монумента милитаризму курировал лично бывший замминистра обороны Тимур Иванов. Парк «Патриот» — это огромный комплекс из музеев, конгресс-холлов и главного храма вооруженных сил. Но самое интересное начинается, когда мы заглядываем в финансовую кухню этого патриотического проекта. Строительство парка «Патриот» обошлось Минобороны более чем 20 миллиардов рублей. В 2019 году РБК писал, что в парке планируют построить также океанариум, горнолыжный комплекс, колесо обозрения, ландшафтный парк, палеонтологический музей, башню и множество других объектов. И один только храм потянул еще на 6 миллиардов рублей. И знаете, что самое пикантное? Большая часть денег на храм – это якобы пожертвования. Но не спешите умиляться щедрости россиян. Среди доноров фонда оказалось множество бюджетных организаций, включая Центральный архив Москвы, УГИБДД по Курской области и администрацию Октябрьского района ХМАО. А частные пожертвования собирались в добровольно-принудительном порядке с военных. То есть, проще говоря, деньги на патриотизм выгребали из карманов самих же военных. Вот такая вот она, современная российская благотворительность. Все российские солдаты, с которых собирали поборы, это терпилы. Это не герои, не, значит, какие-то, не знаю, отважные люди. Это терпилы, которых доили, и они ничего с этим не делали, и не собирались ничего с этим делать. Генерал Шестеров возглавлял управление инновационного развития и, судя по всему, инновационно развивал в первую очередь свой же личный бюджет. Волна ареста Минобороны напоминает девятый вал, и кажется, что вот-вот и военное ведомство очистится от коррупции. Но на самом деле все немножко не так. Все те люди, про которых мы говорили, что они врут, что они воруют, что они наживаются, что они покупают себе на это элитные дома, элитную недвижимость, за рубежом в том числе, мы всегда оказываемся правы. Исключений нет. Нет исключений с Владимиром Путиным. Он не тот, кого обманывают и у кого воруют. Он тот, кто ворует больше всех. Эксперты уверены, речь не о борьбе с коррупцией, а о банальном переделе сфер влияния. ФСБ убирает всех, кто является или просто представляется им нелояльным. ФСБ убирает людей Шойгу, просто чтобы поставить на их место своих. И они, как и раньше, одной рукой будут воровать, а другой убивать. И все это под знаменем якобы патриотизма. И все эти Z-пропагандисты, которые якобы за армию, за все остальное, тоже сидели и молчали в тряпочку до тех пор, пока Путин не дал команду, что можно мочить Министерство обороны. Парк «Патриот» задумывался как символ мощи российской армии, а стал символом ее разложения. И воспитал он не настоящих патриотов, не тех, кто хотят реального развития для своей страны, мирного развития в гармонии со всеми соседями. Он воспитал целое поколение расхитителей бюджета в погонах. Нет исключений с Владимиром Путиным. Он не тот, кого обманывают и у кого воруют. Он тот, кто ворует больше всех. Потому что система, построенная на воровстве и круговой поруке, не может измениться сама по себе. Она будет воспроизводить саму себя, воспроизводить свою коррупцию,
меняя только фамилии фигурантов, если ее не остановить.